Привет, дорогие зрители! Вы помните, по шортс-видео я пилил вот эту трубу вот этим диском. И теперь тот самый случай, когда из этой трубы можно сделать полезную вещицу. Это трубка, это носик от крана, смесителя, от ванны. Он сделан из металла, не силуминовый. Как мы видим, он вроде как медный. Достаточно прочная сталь, ну не сталь, металл. И вы не поверите, смотрите, речь пойдет сейчас опять об этом ключике. Ключик имеет вот такую короткую ручку, разводной, очень удобный. Я его показывал, кому интересно, посмотрите. И что я задумал для этой приблуды? Вот для этой, вот это. Я сделаю сейчас удлинитель. Вот так вот это будет надеваться. И вот такой вот будет удлинитель на ключ. Он тут нормально садится. Но здесь надо зачистить сейчас нам вот эти вот заусенцы. Диск вот этот оставляет вот такой вот, так сказать, расплав. В принципе, абразивный диск то же самое на таком металле оставляет. Вот я приготовил зачистной, это не отрезной, зачистной. Сейчас я вот это вот все зачищу. Давайте посмотрим быстренько. Ну вот я фазочку снял на скорую руку сейчас для видео, я потом выровню. Но наступает тот самый случай, когда внутри есть заусенцы. И чем же их зачистить? Обычно зачищают прямо шлифовальной машинкой. Она похожа на болгарку с таким длинным носом, которая позволяет сюда подлазить такой наконечник с цанговым зажимом. Но у меня есть альтернатива. И сейчас я вам ее покажу. Снимаем вот этот диск, откручивая вот эту вот шайбу. И тот самый случай, когда вот эта штука пригодится с резьбой М14, накручивается на шпиндель, затягивается посильнее, вот так вот, потом берется патрон, вставляется вот такая вот шарошечка, и у нас появляется альтернатива прямо шлифовальной машиночке. Сейчас я протяну в патроне камешек, затягиваю по всем точкам, трубку вставлю в тиски, вот у меня небольшие тисочки. Итак, берем вот эту вот машиночку, я установил трубу в тиски, включаем. Можно регулировать обороты. У кого нет, ничего страшного. Ну вот, альтернатива прямо шлифовальной машинке сработала. Сейчас покажу результат. Вот, смотрите, гладенько внутри, для того, чтобы не поцарапать вот эту вот поверхность. Приятная поверхность, силиконовый вот этот вот, силиконовое покрытие на вот этом ключе. И теперь можно смело вставлять, и если нужен рычаг-удлинитель, вот есть такой как раз по сантехнической теме, рычаг-удлинитель у ключа. То есть можно раз, вот так вот, и усилия больше приложить. А вот эта короткая, без этого, позволяет в тесные места влазить. Вот такая вот фигня. Кому интересно, подписывайтесь. Всегда взаимка. Пока-пока.